Всем привет, ребята, с вами Самуил Пощан, и сегодня новая серия про малого. Несколько месяцев назад мы снимали видосы о том, как мы покупаем питбайк малому, его первый выезд, его первые покатушки. И тогда мы решили сделать рубрику из трех серий: легкая, средняя и тяжелая. Там, где мы будем учить его кататься, преодолевать разные препятствия и так далее. Этот формат вам очень понравился, но по обстоятельствам мы не могли его дальше снимать. Но сейчас мы готовы его продолжить с полным набором сил. Снимали мы те выпуски где-то в октябре, а сейчас уже январь, конец января, почти февраль. Дело в том, что когда мы начинали снимать, ему было 13, а сейчас ему уже 14. У него даже появился паспорт. О, Давид приехал, приезжай, гость! Как дела? Добрый вечер, я диспетчер. Меня зовут Давид, я динамит. Давайте дальше, ребята, не отвлекаемся. Артур даже поменял свой питбайк, он ездил на BSE 125, сейчас вы его видите, такой симпатичный, прикольный, беленький, красненький, синенький. Тебе он нравился, кстати? Да, он крутой был. Не снимай так близко. Тебе он нравился? Да, он был четкий. Для первого питбайка это вообще был просто топчик. А сейчас он ездит на моем Кайо 140, я ему свой отдал, а тот мы 125-ку продали. Ну, в принципе, смотрите, какой у него симпатичный питбайк. А чё он у тебя такой грязный, братан? Потому что я только что заехал туда. Катался уже? Да. Красавчик. Вот скажи еще, какие у тебя ощущения со 125-ки сесть на 140-ку? Ну, это не могу 140-кой назвать. Потому что это ненормально, как это 140-ка, а на 140-ку катался, они вообще не такие. Это, я не знаю, что он творит. Там как будто сил 15. Ну, это вообще жестко, типа, совсем другие изменения. Газ нажимаешь на второй, он просто сразу вот так на дыбы. Короче, этот мотор более дерганный, агрессивнее и едет намного лучше, да? Да, я в офиге, это как будто не 140, а 160 какая-то. Кстати, ребят, когда мы на гонке встали, я был на 160-ке, он на этой 140-ке, он меня воткнул каким-то образом, я не понимаю как. Воткнул, короче. Давида тоже. Вроде я неплохо езжу, умею чуть-чуть что-то делать, но не знаю, каким-то образом, короче, он меня обогнал. Но нужно будет еще сделать конкретный реванш, короче, когда-нибудь. Так что набираем лайки, делаем реванш гонки. Будет я, Давид, Артур и Вова. И Вова. Макс на 190 всех воткнет, мне кажется, да? Мне кажется, нет. Мне кажется, до 60, до 70 я уйду, ну, наши 160-ки уйдут, потом он всех оторвет. А мне кажется, что Макса на дальняк, мне прям кажется, что на дальняк. На дальняк он 100% уйдет. Да, у него там звездочки другие стоят, да? Короче, Макс, собирай свой мотоцикл и приезжай. Ребята, если по очереди идти, то мы уже снимали серию, где уровень легко. Сейчас, по идее, уровень средний. Но так как прошло много времени, мы этот средний чуть-чуть переделаем такой уже хардкорный, такой жестокий уровень. Потому что за это время Артур уже неплохо научился кататься. И было бы несправедливо снимать какую-то лайтовую фигню. Так что сейчас Артур заводится. Мы приехали на такой вот полумотокроссовый трек. Здесь есть вот такая вот кочка есть. Там есть такой очень хороший поворот. Здесь есть подъем, трамплин. Короче, есть где поразвлекаться, поугарать. Ты готов? Конечно! Ты не радуйся, брат. Короче, смотри, сейчас, по идее, идет вторая наша серия. Уже легко мы сняли это давно еще на BSC. Сейчас вторая серия. И будет еще третья. Она будет вообще хардкорная. Знаешь, почему? Почему? Потому что задание будет писать в комментариях подписчики, ребята. Прямо сейчас спускайтесь вниз под выпуском. Пишите задание на третью серию, что Артур будет выполнять. Какие элементы, там, может, какой-нибудь прыжок, какой-нибудь там стант непонятный. Ну, стант это трудно учиться, это долго. Короче, любую свою идею пишите в комментариях. Все прочитаем, все учтем. То, что нам понравится, возьмем и будем снимать. Ну, может, ваша идея, конечно, Артуру не понравится, но если она мне понравится, я его заставлю. Умрем ради контента. Умирать никто не собирается. Ты готов выезжать? Конечно. Все, старт пошел. Короче, GoPro уже на Артуре, ребята. Сейчас его задание это просто проехать по кругу. Вон там есть трамплин, попрыгать на трамплине. Представь, что ты на мотокроссе, братан, встань в стойку, делай все правильно. При повороте садись на бак. Короче, гоняй, покажи, что ты умеешь.
газ, открой побольше чуть-чуть, чтобы он чуть-чуть заносил тебя, и ты заходил и контролировал. Сядь ближе к баку, прям упрись яйцами. И будет нормально. Я вас понял. Как вы видите, ребята, Артур уже достаточно хорошо научился ездить, у него прокачались скиллы. В первом выпуске он научился нормально трогаться, там просто ездить по полям, а здесь уже в уклоны заходит, небольшие трамплинчики прыгает. Я считаю, что неплохой результат для подростка, достаточно быстро учится. Сейчас еще пару кружков он намотает. Тебе вообще нормально ты там вот так вот стоишь? Вот так? Нормально там? Да. Нормально? Сейчас еще пару прыжков сделает, пару кругов сделает в этот уклон. Не уклон, а поворот. Дрифт умеешь делать, брат? Я дрифт больше всего люблю. Дрифт больше всего любишь? Ну все, сейчас вот здесь, видишь, мокро так. Ты сделаешь дрифтование, буксование, шлифование на выбывание, понял? Хорошо. У тебя получится это сделать? Конечно. Все, тогда давай исполняй. Я тебя больше не держу, можешь стартовать. Что, как тебе дрифт будешь еще делать? Да. Точно? Конечно. Уверен? Конечно. Давай сейчас еще пару дрифтов, потом вон там большая вот горка, будешь прыгать, заезжать, короче, что-то делать. Сможешь хотя бы прыгнуть вот жестоко, сможешь прыгнуть? Не знаю, там очень грязно. Просто когда начинаешь на второй даже в отсечку едешь, начинает в конце колесо буксовать, так как там вот такая кучка грязи. Сможешь еще раз упасть вот четко прям? Конечно. Конечно? Ну давай, погнали, ребята. Почти. Сейчас будет контент. Этот, блядь, рыжий з**ал. Ребят, я же говорю... То, что здесь... По-любому, если вы заходите на скорости больше 20 километров, даже 15, то вы 100% можете упасть. Особенно на питбайке и на такой резине. Ты, братан, тут мне не пилика, у меня такие подписчики жестокие, они могут тут просто на заднем проехать, братан. Давай, жду видео. Хотел сказать то, что тут вот даже Давид пробует, даже больше 30 километров в час он сейчас тут ехал, он даже не смог зайти в поворот, потому что он знал 100% то, что упадет. Давай ты тут не отмазывайся, сейчас у тебя предстоит вот эта вот гора, сможешь? Очень сложно. Нет, твоя цель не преодолеть, твоя цель прыгнуть, этот трамплин просто, он сейчас грязный.
Все, будет в кайфе. Короче, братишка, на самом деле ты нормально так прокачался, у тебя появились скиллы, ты уже там что-то чувствуешь. Понял. Если сравнивать с первым выпуском, конечно же. Что ты можешь сказать вот подписчикам про себя и о всем об этом? Хочу сказать, чтобы вы набрали 3000 лайков, чтобы была еще жестче часть. И мы будем хасанить по лесам, по полям, прыгать еще жестче. Что у тебя с албом? Я не знаю. Ты хотел, наверное, сказать... Не будет жестче, а вы будете писать комментарии с вашими пожеланиями, заданиями, которые ты будешь выполнять в следующей серии. Уровень уже будет хардкорный. Ну вы сами, ребят, смотрите, типа, вы смотрите, что я делаю, как вот в его предыдущих выпусках, как я в лесу езжу. Вот с этого вывод берите и пишите комментарии. В принципе, если мне понравится или даже Самуилу мне нет. Нет, братан, если тебе даже не понравится, если мне понравится, то мы загадаем это. А если Самуилу понравится, значит, это будет довольно-таки безопасно. Он знает мой уровень катания. Ничего подобного, ребят, я сделаю достаточно хардкорно. Но давайте не будем писать, типа, прыгни с обрыва без парашюта, типа, без такого, ребята. Да нет, максимум на питбайке с горы спрыгну в ущелье. Кстати, тебе предоставляется возможность показать тех ребят, которые попадают в это видео. Давай, братан. А чтобы так сделать, что нужно? Написать любой комментарий. Ребята, просто пишем любой комментарий и рандомно попадаем в следующее видео. Итак, ребят, на этой успешной ноте мы с вами прощаемся. С вами был Прищава Артур и Самуил. Все, реально, ребята, всем спасибо за просмотр. Спасибо, что остались до этой минуты. Всех обнял, всех приподнял. С вами был Самуил Пащан, Артур, Давид, который уже домой ехал. И даже Инна на нашей съемочной площадке. Но это ничего страшного, скоро увидимся. Всем пока. Инна, как тебе видос? Тебе понравится? Да. Топовый? Все спрашивают, ты моя сестра или моя девушка? Ответь, пожалуйста. Наверное, сестра. Не, ну серьезно. Да ладно, девушка. Это моя жена, ребята, я женился в 20 лет. Шутка, это моя девушка. Все, больше не спрашивайте. У меня жопа грязная. Что у тебя? Жопа грязная. За такую информацию, ребята, вы должны поставить лайк. Да, это 100%.